В спорте все объективно. Пробежал быстрее всех 100-метровку. Все, ты молодец, победитель, чемпион. И никого не интересует стиль твоего бега. Хоть задом наперед. Как-то он не концептуально пробежал. Да пошел ты в жопу, ты сам так пробеги. Не-не, что же он хотел сказать этими своими 9,5 секундами? Что ты хрен так пробежишь, только и всего.